Теперь каждый красноярец может узнать, какие предприятия загрязняют в городе воздух и как их за это наказывают. Экологи патрулируют грязные объекты Красноярска, а данные заносят на электронную карту. Помочь сделать наш город чище, инициировав проверку на дымящем предприятии, могут и сами жители. Как, расскажем в сюжете далее. Окна не открываем, потому что сразу задохнемся. Итак, с наглухо закрытыми окнами жительница района Крастец Галина Александровна живет несколько дней в неделю. Ну, когда вот нет ветра, тогда, конечно, ощущается весь этот газ, этот дым, вот эта чернота вся. Ну, а когда ветерок, тогда более-менее мы живем, более-менее нормально. Дня 2-3 бывает обязательно. Здесь, недалеко от моста Три Семерки, разнообразие зловоний впечатляет даже привыкших к плохому воздуху 90-х старожилов. И гари, порой химии. Воздух отвратительный, честно сказать. Порой пурга и несет неприятный запах. То окна не открыть, потому что дышать невозможно. А у нас дети маленькие, с этим что-то надо делать. 21 век. Немало жалоб на грязный воздух и от жителей Октябрьского района. Здесь на Тотмина дымит кочегарка. На меня дома сейчас увлажнитель стоит, то есть намного лучше и приятнее, чем дышать вот этим. Вот я сейчас практически не открываю окно. Вот. А так вообще дышать здесь невозможно. Здесь много машин, наверное, поэтому, что да еще и кочегарка, а так уже привыкли, наверное. Однако кто-то не привыкает, а жалуется. В адрес министерства неоднократно поступали жалобы от жителей города на данный объект. Министерство проводит рейдовое мероприятие. Сегодня специалисты передвижной экологической лаборатории взяли пробы воздуха на Тотмина в районе этой самой кочегарки. Отбор проб проводится на 7 показателей. Диоксида азота, диоксиды серы, аммиак, сероводород, СО2, угарный газ. Берут пробы на взвешенную пыль. Результаты проверки позже занесут на карту загрязнений. Каждый, кому интересно знать, какие предприятия портят воздух и как их за это наказывают, может зайти на сайт красэкологи.ру. А если, по вашему мнению, где-то чересчур раздымились, можно не держать это в себе, а поделиться с надзорными органами. Если житель, например, проезжает где-то или видит какой-то источник негативного воздействия, он кликает на этот источник в разделе «Жалоба» и, собственно, заполняет информацию. Возможно, на этом объекте что-то жгут, возможно, там черный дым из трубы, как бы не характерный для этого объекта. Еще один способ посодействовать, чтобы воздух в городе стал чище, позвонить по телефону горячей линии 8 800 201 1116 и сообщить о нарушении. Информацию передадут инспекторам, и они проверят объект. Электронная карта и горячая линия работают круглосуточно, так же, как и передвижная лаборатория. Полина Царева, Виктория Мартоник, Дмитрий Комаров, 7 канал.